Салам астарма, стар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня такой веселый, занимательный день. сама разоблачилась до отказа так называемая партия ОСДП, партия власти. Я, когда неделю назад начал озвучивать наши предложения о том, чтобы мы участвовали в умном голосовании, объяснил, каким образом, каким образом мы нанесем удар режиму нусултана на назарбаева, участвуя на выборах в парламент. В частности, я призвал наших сторонников вступать в ОСДП, отобрать голоса у нуратана. Ясно, что все это бы привело к массовым фальсификациям со стороны нуратана на центральных избирательных участках. Мы бы поймали за руку этих людей, которые подделывали э, итоги выборов, и собственно таким образом Международные наблюдатели э, зафиксировали бы фальсификацию итогов выборов, и, конечно же, мы добивались, чтобы возмущенные избиратели вышли на массовый митинг. Вот, собственно, очень была простая идея, как все это делать. И с самого начала я заявлял, что в Казахстане не существует официальных зарегистрированных партий, которые бы не контролировал Нурсултан Назарбаев. И также я заявлял, что оппозиционную партию этот режим не зарегистрирует никогда. Более того, любая оппозиционная организация сразу подвергается преследованиям. Активисты, как правило, как минимум штрафуются, их закрывают в тюрьмы на разные сроки. Кому-то вменяет 405-ю статью за участие якобы в экстремистской организации, и таким образом идет процесс преследования. А все те, кто свободно получает разрешение на митинг, свободно призывает выйти на митинг, свободно занимается агитацией, при этом не имея статуса зарегистрированной организации, это прокладки власти. Вот, собственно, то, что я озвучивал в начале прошлой недели. Ну и после того, как я озвучил свое предложение, в течение двух дней начался вал заявлений о вступлении ОСДП. Но на выходные я из недр самого ОСДП получил информацию, что функционеры ОСДП в панике, что политическая верхушка во главе с Султаном Азарбаевым напуганы и приняли решение, что необходимо, чтобы ОСДП объявила о бойкоте. В этой связи в понедельник я вышел в прямой эфир и сказал, что режим во главе с Нурсултаном Назарбаевым планирует организовать так называемый бойкот и снять таким образом ОСДП. И, соответственно, и в понедельник, и в среду я предложил очень простой вариант, что в случае, если ОСДП будет снято с выборов, это просто покажет слабость режима, покажет то, что мы предлагаем а именно массово голосовать за ОСДП и отобрать голоса у Нуратана, это сильный инструмент. Это покажет страх режима, покажет, что этот рычаг реально может изменить ситуацию в нашей стране. Но сегодня вы видите, функционеры ОСДП, которых даже язык не поворачивается называть председателем там ОСДП или зам председателя ОСДП, провели съезд, на котором присутствовало чуть более 30 человек. И самое смешное, что более 30 человек, 32 человек, по-моему, все проголосовали за то, чтобы ОСДП ушла на бойкот. Несколько человек, только там 2 или 3 человека за то, чтобы идти на выборы. Несколько человек воздержалось. Вот, собственно, и вся партия, несколько десятков человек. Вот видите, какой съезд. Это Партия, которая заявляет, что якобы в ее рядах более 100 тысяч человек, позорно провела сегодня съезд, провела прямой эфир, главное, самое смешное. И хором все говорили, что надо уйти на бойкот. Хотя буквально неделю назад эта партия в лице ее функционеров заявляли, что они пойдут на выборы, никакого бойкота не будет. Я на своем фейсбуке и инстаграм эти видео выставил, где эти так называемые руководители били себя в грудь и заявляли, что они будут бороться до конца. Ну, а все это привело к, к конец счете к концу ОСДП. То есть они боролись до такого конца, что имидж, пусть даже такой искусственный притянутый за уши якобы оппозиционной партии, он рухнул. Это Теперь все в этом убедились и видят, что это очередная прокладка Нурсултана Назарбаева, которую он использовал по назначению и выбросил. И самое смешное, я сегодня развлекался, смеялся, когда Асхат Рахимжанов, так называемый председатель партии, недавно выступая в клубе «Политон» у известного публициста Сергея Дуванова, заявлял, что партия пойдет на выборы, сокрушался, что нет взаимодействия. Вот раньше, как он сказал, ДВК помогала КПК, это Коммунистическая партия Казахстана Серикболжин абдилина которая была ликвидирована по приказу Назарбаева. И вот Асхат Рахимжанов сокрушался в этом эфире, что ДВК раньше помогала, было взаимодействие, а вот сейчас они остались в одиночестве. Но стоило только мне заявить и обратиться к нашим сторонникам, чтобы они вступали в ОСДП, что тут началось? У функционеров ОСДП началась паника, истерика. По различным средствам массовой информации они начали кричать: что я провокатор. Ну и самое смешное, что при этом они говорили, что а, якобы в ОСДП всего лишь там 70 с чем-то человек подали заявление, это не страшно. Но сегодня на съезде ОСДП так называемый председатель ОСДП Рахимжанов заявил, что есть угроза со стороны Аблязова, что его сторонники зайдут в партию и они заходят. Это может привести к тому, что их партию объявят экстремистской и закроют, поэтому они решили не участвовать на выборах, решили объявить бойкот. Вот полный провал, полный провал подготовки к выборам, самих выборов. Вы уже видите, что это полный цирк, теперь остались Пять партий во главе с Нуратаном и все остальные партии такие же прокладки режима. Многие люди наши не понимают, что за партии, что они делают, какая их цель и так далее. Вы не заморачивайтесь. Все эти партии, фейки, они являются отделами партии Нуратан. И наша задача была просто отобрать голоса у Нуратана, добиться, чтобы была организована массовая фальсификация со стороны режима, а это однозначно было бы, и таким образом завалить выборы, вывести людей на массовые митинги, и таким образом снести режим. Вот первый шаг мы сделали. Как видите, еще даже выборы не начались. ОСДП объявила о проведении съезда последним, когда все партии Назарбаева провели съезды, выставили кандидатов. Сегодня ОСДП слился, объявил, что уходит на бойкот. Но теперь давайте мы должны уметь анализировать то, что произошло и то, что будет происходить дальше. Видите, то есть Назарбаеву выгоден бойкот. И поэтому он партию ОСДП отправил на бойкот. Теперь, если мы понимаем, что Назарбаеву выгоден бойкот, давайте поймем, а кому вообще тогда из реальных противников выгоден бойкот. Нет. Противникам режима не выгоден бойкот. Противники режима должны проголосовать за одну из партий, добиться большой массы, отобрать голоса у Нуратана, добиться фальсификации и, по сути дела, добиться того, чтобы международные наблюдатели сказали, выборы нелегитимны. Вот что выгодно реально тем, кто является противником режима. Что мы сейчас видим? Сейчас все выкрасили в злос. ОСДП, бойкот. Так называемая партия ДПК Мамая, тоже бойкот. Обратите внимание, партии ДПК и так называемый аккаунт в YouTube Баси, где там одна журналистка работает, дали разрешение на проведение митинга. Вы можете вдуматься и вообще решить, что такое вообще возможно с оппозиционным движением или с оппозиционными настроенными людьми, чтобы власть дала разрешение реальным противникам режима на проведение митинга? Вы же понимаете, что это немыслимо. Тут картинка складывается. ОСДП бойкот, ДПК Мамая и аккаунт в Ютубе бойкот. И там разные движения, тоже бойкот. Все становится на свои места. Итак, все те, кто объявлял и объявляет бойкот, уходят на так называемый один фланг. Они все вместе. Они могут изображать, что они противники режима. Якобы они выведут людей на митинг. Все это ерунда. 10 января вы увидите митингующих только сторонников демократического выбора Казахстана. Больше никого. Все остальное это вот реальность, это люди, но султан Назарбаева. То есть он дал приказ бойкот, соответственно ОСДП ушел на бойкот. И дал приказ, дал разрешение подставной прокладки ДПК Мамая, дали разрешение на проведение митинг. Все очень просто. Надо вообще радоваться, что у нас какие-то такие, пусть даже фиктивные выборы проходят, потому что в этот период происходит очень сильный образовательный процесс, когда те люди, которые плохо разбирались в политике, они теперь могут разобраться. А то у меня спрашивают, кому верить, кому не верить. Все очень просто. Назарбаев сказал бойкот, и ОСДП исполнил его приказ. Кто на этом фланге? Кто говорит за бойкот? Вот вы просто читаете, выявляете, кто объявляет бойкот. Это люди Нурсултана Назарбаева. Есть, конечно, среди них, безусловно, заблуждающиеся. Но вектор создают разные люди, подпитываемые властью, поддерживаем властью, это люди, поддерживающие режим. Все очень просто. Уважаемые друзья, хотя я несколько дней назад объявлял, что в случае, если режим отправит на бойкот партию ОСДП, мы имеем так называемый план Б и предложим проголосовать за так называемую партию Адал, партию Тимура Кулибаева и его двух подружек Гоги Ашкенази и Сати Казановой. Но на самом деле, конечно же, это, скажем, предложение было не согласовано с нашими активистами. И это звучало как версия. Версия, что в этом случае мы дискредитируем всю семью Нурсултана Назарбаева и озвучим много разных фактов, разоблачающих их а, реальные действия, их воровство миллиардов долларов. Но, как вы понимаете, мы политической организации, в наших рядах тысячи разных сторонников, поэтому сейчас процесс согласования должен быть достигнут. Я сегодня объявил о том, что мы приглашаем к дискуссиям, наши ячейки дискуссии будут проходить в закрытом режиме через а, видеообщение, через систему Zoom. Наши ячейки знают, что необходимо выйти на штаб, мы согласуем время и организуем вот такого рода контакт. Поэтому нам нужны несколько дней для консультации, чтобы мы предприняли следующие действия. То есть за кого будут призывать голосовать наши активисты. Это я должен озвучить через несколько дней. Поэтому, уважаемые друзья, надо торопиться. Активнее давайте мы включимся в этот процесс и выработаем позицию, за кого мы будем голосовать. Это будет так называемое умное голосование. Я знаю, что многие думают, что методично Назарбаев будет убирать с дистанции одну партию, вторую и так далее. На самом деле это не так. Если бы ОСДП реально участвовал на выборах, то уже партия не смогла бы уйти с дистанции, пришлось бы участвовать. Пришлось бы участвовать, потому что для того, чтобы уйти с выборов, нужно заново собирать съезд, объявлять повестку. И вы понимаете, что в этом случае опять наблюдатели бы сказали, что выборы нелегитимны. И сейчас когда мы выберем следующую цель, а вы уже поняли, что механизм очень эффективный, вообще нам Назарбаев помогает. Если были споры о том, что так называемое умное голосование большой вопрос, что обязательно нужно объявить бойкот и вывести людей на митинги, сейчас вы убедились, кого и чего боится ну султан Назарбаев. Он боится именно Умного голосования. Он боится, что тысячи последователей придут в ту партию, которую мы, за которую мы призовем голосовать. И он боится, что будут отобраны голоса у партии Нуратан. Вы видите этот страх? Вы сегодня стали свидетелями, как из выборного процесса была убрана партия ОСДП. Это очередная прокладка власти. Поэтому мы знаем. Чего боится султан Назарбаев? Почему мы должны отказываться от этого? Митинги будут и так, и так. Кроме демократического выбора Казахстана, никто не проводит митинги. Именно вопреки действиям власти, никогда власть не дает проведению митингов именно противникам режима. Власть дает провести митинги только тем, которые лояльны к власти, сотрудничают с властью от которых нет никакой угрозы. Ну а вы знаете, что наши митинги сопровождаются серьезными организационными решениями, подтягиваются полиции, блокируются улицы, подтягиваются военные, начинают задерживаться активисты. То есть это о чем говорит, что власть боится сторонников демократического выбора Казахстана. Именно поэтому ОСДП было... Убрано с выборного процесса, чтобы вы понимали. Многие говорят, что ну, султан Азарбаев просто боится облязывать. Это не так. Я один. Ничего бы никогда не сделал. Именно тот факт, что у ДВК огромное количество сторонников, и эта власть прекрасно знает, при этом это сторонники активные, энергичные, не боящие попасть в тюрьму, да, они попадают, но тем не менее продолжают бороться, именно этого власть боится. Именно поэтому... Мы, политические организации, демократические выборы Казахстана действуем энергично, бьем точно. И на следующей неделе, в начале недели, мы предложим вам следующий план действий. Так что давайте действовать. Все инструменты в наших руках уже есть. Я уверен, я уверен, что если мы действительно объединимся, начнем совместно действовать. Мы безусловно добьемся успехов. Сегодня режим показал свой испуг. Не надо считать, что теперь у нас нет следующих инструментов, за кого голосовать. У нас их есть, они достаточные. Мы дадим бой этому режиму. Алга, Казахстан.